При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, Вики-словарь. Сегодня мы с вами поговорим о таком способе образования новых слов, как сложение. Существует несколько видов сложения. Во-первых, сложение целых слов. Таким образом образовалось слово «ракета-носитель». Здесь нет соединительной гласной, и это слово пишется через дефис. Есть сложение основ с помощью соединительных гласных «о» или «е». Так образовались слова «луноход» и «пешеход». Существует сложение начальных букв слов или аббревиатура. Так образовалась аббревиатура ОБЖ, что означает «основы безопасности жизнедеятельности». Обратите внимание на то, что все буквы в аббревиатуре прописные, и между буквами точки не ставятся. Существует сложение части слова с целым словом. Например, слово «стенгазета», что означает «стенная газета», или «полуурока», что означает «половина урока». В этом случае также нет соединительной гласной. И есть сложение слов и словосочетаний. Слово «железнодорожный» образовалось от словосочетания «железная дорога». Между основами есть соединительное гласное «о», и при таком способе образования очень часто присоединяется суффикс. В слове «железнодорожный» здесь происходит одновременное присоединение суффикса «н».